начали вроде неплохо, забили два мяча, повели 2-0. И понятно было, что ребята из Старвоса в основном могут забить только с помощью стандартных положений. И не знаю, как так произошло, что два мяча пропустили и не смогли забить. Как сложно что-то тут говорить после такой игры. Просто не хочется оправдываться, там искать какие-то причины. Дело в нас. Тут еще раз повторю, не хочу оправдываться. Это понятно, что это результат отрицательный, то есть, ну, сложно даже слова подобрать, нечего сказать. Честно говоря, вот Пайда еще ни разу не видел, остальные команды практически все видел. Ну, я думаю, они играют на уровне Силамяи, наверное, и как Тамика Тарту. Я надеюсь, даже уверен, в следующем туре будет победа.